Смею напомнить, господин Муравин, что у штабного бронепоезда всего-то вооружение. 3-дюймовая пушка и 4 в конец изношенных пулемета. Понимаете, какая штука, товарищ Зимин? Я даже и не знаю, что с этим делать. Ваше дело — собрать доказательства. Руки опускаются. Не знаю, что и делать. Думают, да никак. Мол, они нам золото, а мы им сукна гнилого на портянке. И пороха залежалого. Да ладно. Gentlemen, some coffee, please. Нет, нет. No. Сам свое зелье глотай. Никто отсюда не уедет. А условия я могу изменить. Вот так. Вот так, нравится? А вот так? Свежие вы к тому в угол. А у меня, Володенька, назрела масса вопросов. Слухи ходят. Что такого Максим видел? Как ты сам свинину замочил, да? Потом барышу по башке и ружье в руке, да? На москвичку свой паровоз повесил. И за это ее муж нас уроет. Наверняка уже до московской прокуратуры дошел с твоим пацаном. И все из-за тебя! Ну и черт с вами, господин Мирнов. Дебил! Ира, я пришел, чтобы извиниться и попытаться наладить наши отношения. Меня просто обуяла страсть. Ну, как я мог удержаться? Я готов подождать, пока обида уляжется, и мы сможем снова с тобой поговорить. Да, до свидания.